Крепкие связи. Баку и Душанбе стали городами-побратимами. Соответствующий меморандум подписали мэры двух столиц в ходе визита делегации Таджикистана. Ее возглавил глава Верхней палаты парламента страны и градоначальник Душанбе Рустам Эмомали. Церемония прошла с участием послов двух государств. Добавлю, у столицы Азербайджана уже есть два десятка городов-побратимов. Среди них Киев, Санкт-Петербург, Неаполь и Лондон.